Да. Вот такую игрушку я взял у друга Ивара. Спасибо ему. В детстве не наигрался. Раньше таких игрушек не было. Оп. Оп. Хороший вентилятор, кстати. Ой-ой-ой-ой. Еще не научился толком чувствовать вертолет. Сейчас попробую посадить на стол. Опа. Пару неудачных падений уже было. Надеюсь, на видео они не попадут. Кошка моя спряталась при виде этого чудища. Кстати, можно по полу ездить с ним. А, по ковру не очень. О, ай-яй-яй. Ой-ой-ой, немножко. Оп. Ай-яй, прости, Ивар, прости, бывает срыв. Вот такая чудо-игрушка стоит 12 латов. В сторону что-то ведет. По-моему, немножко конструкция. Ну все, врубай.